капитал, товарищ кандидат. Хотите узнать, в чем моя особенность? Хочу. А я люблю по носу щелкать. Не задирайтесь выше ватерлинии. Поскромнее. Да в чем же вы увидели-то нашу нескромность? В чем она выразилась-то? А вот когда останетесь наедине, подумайте хорошенько. Подумайте и поймете. Всего хорошего! Приятно провести вам отпуск. Оттянул он его. Дошлый собака. Откуда он про луну-то так знает? Срезал. Откуда что берется? Как откроешь окно, как обмоет он тебя весь. До того свежий, до запашистый. Травами разными пахнет, цветами разными. Когда утром чудик проснулся, никого дома уже не было. Брат Дмитрий ушел на работу, снохота уже ушла. Дети, что постарше, играли во дворе, младшего отнесли в ясли. Чудик проснулся, умылся и стал думать, что бы такого приятного сделать снохе. Тут ему на глаза попалась детская колясочка. А разрисую-ка я ее. Дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено. Коляску не узнать. Поверху колясочки пустил журавликов в стайку уголком. Понизу травку-муравку, пару цыпляток, цветочки там разные, пару петушков еще. Господи, не колясочка, а игрушка! Представил, как будет приятно удивлена сноха. А ты говоришь, деревня, чудачка. Ребеночек, как корзиночка будет. Весь день чудик бродил по городу, глядел на витрины. Решил купить катер племяннику. Хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. Я его тоже разрисую. А в 6 часов вечера, когда вернулся и взошел на крыльцо, услышал, как брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял. Сой, ну ладно, чтоб завтра же этого дурака здесь не было. Завтра же пускай убирается. Да ладно, сон. Не ладно. Пусть не дожидается. Возьму его чемодан и выкину к чертовой матери. Чего я такой есть-то? Ну почему я такой? Домой. Домой чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял ботинки и побежал. Тополя, тополя. А звали его Василий Егорович Князь. И было ему 39 лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал собак и сыщиков. В детстве мечтал стать шпионом. Я не забуду никогда последней свечи в лагуне в шпионе. Откуда в этой тишине взялась разлучница кукушка, ку-ку да ку-ку, да еще ку-ку, и торопливо улетела, ку-ку да ку-ку, да еще ку-ку, и торопливо улетела. Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Сухая трава шуршала под ногами, и только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик. Он садился всегда на одно место возле коряги, смотрел на солнце. Вечером солнце было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях, коричневые, сухие, все в морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза тусклые. Влажная, шея тонкая,
голова маленькая, седая. Здравствуйте, дедушка! Старик кивнул головой. Отдыхаете? Старик опять кивнул головой. Отдыхаю. На девушку не посмотрел. А можно я буду вас писать? Как? Ну, рисовать вас. Я ж некрасивый теперь. Почему? Вы очень красивый. Вдобавок хворый. Девушка долго смотрела на старика. Вы очень красивый, дедушка. Правда. Рисуй, раз такое дело. Сыновей жалко? А как же? Четырех таких положить. Шут, конечно. Ку-ку да ку-ку. Да еще ку-ку, и торопливо улетела. Ку-ку да ку-ку, да еще ку-ку, и торопливо. Девушка не понимала, то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью. А солнце опять садилось за горы, опять тихо горела заря. Не Настя завтра будет. Девушка посмотрела на ясное небо. Почему? Ломает мне чего. Ну, а небо совсем ясное. Дедушка, а вы завтра придете сюда? Не знаю. Ломает меня. Дедушка, скажите, а как у вас называется вот такой камень? Какой? Ремешок это. Это в войну, когда сирянок не было, из него огонь добывали. Девушку поразила странная догадка. Ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, все смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел. На, камешек. Они еще не такие бывают. Бывает весь белый, аж просвечивает. А снутри какие-то пятнышки. А бывает яичко и яичко, не отличишь. Бывает носорочье яичко похоже, с крапинками по бокам. А бывает как у скворцов, синенькие, тоже с рябинкой с такой. Девушка все смотрела на старика и не решалась спросить, правда ли, что он слепой. Дедушка, а вы где живете? А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом. Потом Волокитины. Потом Зиновьевы. Дальше Бедаревы. А там уж переулочка наша. Ты заходи, если чего надо будет. Внуки-то у нас были, так шибко дома, весело дома было. Спасибо. Я пойду. Ломает. Старик поднялся и пошел тропинкой в гору. Девушка смотрела ему вслед до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Нет, не слепой, просто слабое зрение. Ку-ку да ку-ку, да еще ку-ку, и торопливо улетела. Ку-ку да ку-ку, да еще ку-ку, и торопливо улетела. На следующий вечер старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике. Вот что-то было в его жизни, такой простой, такой обычный. Что-то непростое, что-то большое, значительное.
Вот солнце, оно ведь тоже просто встает и просто заходит. А разве это просто? Не пришел старик и на третий день, и на четвертый. Девушка отправилась искать его дом. Нашла. В ограде большого пятистенного дома, в углу под железной крышей, рослый мужик стругал сосновую доску. Здравствуйте. Мужик выпрямился и посмотрел на девушку. Здорово. Скажите, а здесь живет дедушка? Мужик выпрямился и как-то странно внимательно посмотрел на девушку. Жил. Вот, домовину делаю. Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею 40 грехов долой. А если бросить змею в огонь, то можно увидеть у нее на брюхе ножки много-много. И ребятня азартно снимала грехи. И жгли змей. И правда, когда она прыгала в огне, на брюхе у нее что-то виднелось. Белое, мелкое и много. Ребятня орала: видишь, вон они! Все видели ножки. Старик косил до обеда, как трава совсем обсохла. Солнце поджигало. На голову точно горячий блин положили. Старик пошел в шалаш, который приготовил загодя, когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь, поесть. Господи, как хорошо. Вот редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал. Вот хорошо. Когда нам плохо, мы думаем, что где-то кому-то хорошо. А когда нам хорошо, мы не думаем, что где-то кому-то плохо. Хорошо нам и все. Сама, а то, как она была сказана. Так говорил отец, когда задумывался. С легким удивлением, с еле уловимой усмешкой. Дальше бы он сказал: мать твою, так. Ласково. И не додумал чего-то. Место надо уступать. А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб забыли про тебя все. И так будет 200, а? Что? Опять что-то знакомое промелькнуло. Смехи. Вынесли ему сундуки полны добро, расстилали.